Традиционно мы пробуем представить структуру и большие цели на релиз на осень. И мы попробуем пройти сейчас по двум продуктам. После этого хотелось бы попробовать услышать ваши вопросы или те горячие темы, которые мы не озвучили, но вы считаете, что они очень важны, и мы должны обратить внимание. Это не означает весь этот план прям окончательно сбитый гвоздями, но в целом наше представление о том, куда мы вообще рассчитываем попасть. В этот сезон мы выпустим управление сайтом и Enterprise, мобильное приложение и Bittrex 24. Давайте начнем с Bittrex 24. Этот релиз будет следовать первым, поэтому, наверное, начнем с него. Итак, традиционно мы развиваем весь концепт, 12 инструментов, облачный сервис и коробка. И у этого продукта есть еще одна большая тема, очень перспективная, это импортозамещение. Закон принят, к 2016 году для всех, для нас будет существенный аргумент по принятию и выбору этих продуктов. Первоначальное решение в законе для госкорпораций, но тем не менее под него и управление сайтом попадает, и Bittrex 24 во многом. Это и альтернатива SharePoint, альтернатива Link и Skype для бизнеса внутри, альтернатива CRM-кам и целому ряду других решений. Поэтому спрос, мы предполагаем, на продукт будет продолжать расти, причем, возможно, даже не в той пропорции, а более сильнее, чем растет сейчас. Тут немножко цифр, которые можно показать. На сегодняшний момент 570 тысяч зарегистрированных компаний, 80 тысяч активных. То есть те, которые работают каждый день. Примерно 15% тех, кто зарегистрирован уже, всего по миру, по России, по Украине, это почти 20%, становятся активными. То есть это очень большая часть. Средняя компания 60 человек. Тут много всяких показателей и доступность. Вот об этом мы отдельно заботимся и отдельно работаем над этим фактором. Во всех странах, по большому счету, есть клиенты, есть наиболее успешные страны, в которых мы предполагаем работать. Не буду сейчас отдельно останавливаться на международных планах и на развитии на международных рынках. Что ждет по Bittrex 24 в этом релизе? Давайте я буду последовательно по тем или иным пунктам. В первую очередь начнем, наверное, с мобильного сегмента. Мы уже показывали несколько следующих слайдов, которые говорят о том, что в большинстве своем пока еще выходят с десктопных компьютеров, но аудитория уже 41% в прошлом году выходили с мобильных устройств веб. И предполагаем, что вот в этом году, наверное, половина будет пользоваться интернетом, используя смартфоны. А это значит, что под них нужно активнее адаптироваться. Аудитория десктопов уменьшается и не растет. Аудитория мобильников, трафик с них, все возрастает при очень большой уже текущей клиентской базе. И все эти изменения Гугла, они туда же, собственно, и следуют. Меняются привычки. Это такой слайд, шутка своего рода. Я думаю, что каждый из вас, просыпаясь сегодня, что в первую очередь делает? Достает смартфон и в зависимости от предпочтений листает или ту, или другую страничку. Наверное, шутите, да? Я думаю, что там вариантов не очень много, но тем не менее список приложений, если их составить, там проверить все метки, счетчики, ответить на всякие WhatsApp, открыть Facebook и ВКонтакте и так далее. И все это не просто изменения, не просто цифры, это изменения привычек. Изменения зачастую рынков. И надо, наверное, отметить, что иначе выглядят люди, которых… Или, например, особенно по-другому выглядят азиатские рынки. Например, рынки, которые проскочили эпоху десктопных компьютеров. Например, Индия или Китай. То есть они не успели напокупать этих тяжелых компьютеров. То есть что они сегодня покупают? Они покупают смартфоны, покупают планшеты, и в общем бизнес ожидает все дальше и дальше, что все это будет работать на мобильном телефоне. Поэтому, наверное, одна из самых больших целей, которую мы ставим, это
все, что возможно, запустить и взлететь на мобильном телефоне. От установки приложения до регистрации, до приглашения коллег из телефонной книги по смс-ке подтверждения. Хочется, чтобы у нас получился такой сценарий. Коллеги, будьте добры, выключите телефон. И главное, кто? Да? Свои же. Живая лента. Хочется, чтобы коммуникация происходила таким образом. Ну вот фактически, мы не знаю, там сели в кафе, поставили приложение, из адресной книги пригласили трех коллег, они зарегистрировались, вошли в этот портал. И если они написали сообщение в живой ленте, чтобы на иконке появился счетчик. Но есть сообщение в живой ленте. Есть ответы, есть комментарии. То же самое десктоп, ой, с чатом. Чтобы отправленное сообщение вылезало у нас иконочкой, чтобы коммуникации были мгновенными. То, что, собственно, ожидают сегодня люди. Такого же мы ожидаем от задач. Что если мне поставили задачу, у меня должен счетчик появиться, я должен посмотреть эту задачу, принять, и этот счетчик должен убраться. То есть я должен увидеть задачу, подтвердить. Если я ее сделал, у кого-то должна нотификация выбраться. Иногда нам даже говорят, что нам не так важен интерфейс, сколько вот этот сценарий. То есть чтобы мы могли ставить задачи и пользоваться задачами, в том числе на мобильных. Ну и, конечно, хочется фотографию, да, загрузить. Комментарии, лайкнуть и загрузить фотографию. Уже прикручивают форму, общую форму комментариев, чтобы она в задачах была. Таких же ожиданий мы хотим от чата и звонков. Причем вот если покопаться, вроде бы все есть, но вот этих вот шероховатостей, деталей недоделанных оказывается довольно много, и хочется их поправить. Вот эти вот сценарии работаем на мобильном завершить. Поиск, работа с рабочими группами, открытие, закрытие рабочего дня. Это скорее не для новых, это такие вопросы, которые все равно к нам поступают от пользователей. Мы хотим начать рабочий день на мобильном, завершить рабочий день на мобильном. Ну, если у них вся жизнь вообще на мобильном, то есть люди в поле, значит, нужно так делать. Внешние диски, то есть возможность отредактировать документ на мобильном или на планшете и загрузить его обратно на портал. Ну, вот счетчики уведомлений, об этом я уже поговорил. Ну и мы в целом обсуждаем карту координат сотрудников. То есть мы, в принципе, могли бы сделать, что... Каждый запуск, ну такой трекинг прям делать кажется излишним, а вот на каждую коммуникацию с порталом забирать координаты, хранить, а потом иметь возможность дать информацию, либо где находится человек, либо как-то представить это на карте. Там есть и плюсы, и минусы. Возможно, это должна быть опциональная часть. Может быть, она должна стать приложением в маркетплейсе. Но кажется, что некая визуализация, а где же, собственно, компания, выглядит полезной. Хотя, правда, собственники, мне кажется, в этот момент говорят: ага, отлично, только меня исключить. Чтобы они не видели, что я там где-то на другом конце света. Ну, посмотрим. Далее, телефония в мобильном приложении. Открытием оказалось появление SIP-телефонов, оказалось удобно. Это не гарнитура, привычный сценарий работы, но многие ставят SIP-телефон на мобильное. И вообще, понимаете, получается такой любопытный сценарий, что если мы поставили приложение, давайте мы его из него сделаем и телефон. Все то же самое. Входящий звонок, то есть получается у тебя мобильное приложение, оно же с тобой и телефон несет. Кто-то тебе форварднул внутренний номер, и ты ответил на мобильном телефоне. Или, например, ты на экране видишь контакт серым, нажимаешь вызов и уже дальше разговариваешь по мобильному телефону. Или с мобильного телефона делаешь исходящие звонки. Коллеги очень хотели показать вам уже первые прототипы. Женя изо всех сил старался сделать его. Но, то есть он у нас прототипно работает, да, Жень? То есть уже, можно сказать, звонки совершаются. Да. Но все сценарии еще, вот этот дизайн еще не был сделан, дизайн не был готов. Я думаю, что это одна из самых вероятных и близко к готовому состоянию функции уже. Плюсы. Не нужно подключать. Для исходящих, входящих звонков при разговоре через мобильный телефон предоставляются все возможности телефонии. То есть можно форварднуть, можно, будет сделана запись звонка,
И человек может находиться, в общем, где угодно. Телефон перемещается за ним. Ну и все соответствующие плюсы. Неограниченный, бесплатный, много других вещей. Это выбор TCP, да. То есть это не SIP, и здесь будет все проще. Не будет пожираться так трафик, как это съедают SIP-ы. То есть в целом все будет в хорошем сценарии. Я очень надеюсь, кстати, что на андроиде, на iOS это не получится. Они не позволяют переопределять исходящий и входящий карточку. А вот в андроиде, я думаю, что удастся сделать хорошую карточку исходящего. Может быть и входящего звонка. То есть там есть хорошие примеры. Кстати, если вы обратите внимание, в Viber, в WhatsApp появились голосовые звонки. И вот этот вот сценарий, привычка использовать для звонков интернет все больше и больше приобретает популярность как такая тема рационально и дешево. Вот хочется для компании реализовать аналогичный сценарий. Ну и какие еще плюсы? Выгоднее, чем обычные звонки, встроенная интеграция с CRM, ну и так далее. Двигаясь по этому пути, то есть мы уже точно знаем, что мы сделаем телефонию, для мобильных, ну, соответственно, хочется решить задачу с мобильной CRM. Она бы, в принципе, ну, уже все. Уже вот у тебя есть и CRM, и есть приложение, и у тебя поступил входящий звонок. Нам кажется, что можно попробовать реализовать полноценный сценарий, когда входящий звонок, ты видишь контакты, видишь данные по человеку, ты поговорил, и после этого тебе сразу предлагают, ну, он как бы еще лид, но мы об этом не говорим, как ты понимаешь, да? Но мы тут же его заносим в контакт, классифицируем и делаем какие-то пометки. Таким образом, попробовать реализовать хотя бы вот этот первый основной сценарий, исходящий и входящий, по контактам, по лидам, чтобы было удобно совершать звонки. Ну и здесь, наверное, такой вопрос. Считаете ли вы, вот я попрошу вас поднять руку, кто считает, что нужно сделать отдельное приложение, которое будет телефонией и CRM? Вот хороший вопрос. Есть аргументы, что это может быть избыточный функционал. Но, то есть тогда это самостоятельное приложение. Но все равно возникает вопрос, а мессенджер пообщаться? Другое приложение идти, да? Ну вообще ваша реакция уже много сообщила. Попробуй аргументировать нам, окей? Просто то ли приложение зашел, позвонил, все работает. То ли зашел в Bittrex24, там нашел телефонию, я оттуда быстрее все расположил там на рабочем коллективе. А после звонка задачу поставить еще одно приложение. А ты говоришь, что все будет связано? А потом еще Яндекс. Ты нажал в Bittrex 10 еще одно приложение. Чат, отдельное приложение. Нажимаешь там писать. Спасибо за очень ясный сигнал. Но ты поговори со мной, окей? Про аргументацию. Идем дальше. Развитие коммуникации в Bittrex24. Есть сегодня не до конца реализованные сценарии, как нам кажется. Один из сценариев, что с коллегами нам с вами удобно общаться. Чат, звонки, живая лента, какие-то все внутренние коммуникации. А вот пришло письмо. И ты начинаешь его копипасты, закидываешь живую ленту и что-то с ним обсуждаешь. Неудобно. Неудобно, когда тебе нужно кому-то написать, несколько твоих сотрудников и несколько внешних. И тоже сценарий как-то так не закрывается нормально. Хочется эти задачи решить. Иногда нужно зашарить пост наружу, то есть поделиться им с другими. Какие мы пока видим сценарии? Тут у нас прям дискуссия большая, мы ищем варианты, но как это возможно было бы? Один из сценариев. Я хочу инициировать обсуждение с людьми, которые не участники портала и снаружи, собственно, e-mail. Я нажимаю написать сообщение, перечисляю своих коллег и указываю прямо e-mail тех, с кем я хочу общаться. Им уходит письмо, а мои коллеги это видят просто в живой ленте. И я общаюсь с ними прямо в живой ленте. Для тех, кто получил письмо, это оформленное письмо в формате Bittrex24, там текст сообщения и кнопочка «Либо ответить», они перейдут тогда на публичную страницу этого поста по закрытой ссылке, либо они могут ответить на e-mail, и мы разберем его и правильно ответ подставим в
живую ленту. То есть вы коммуницируете привычным вам образом, а они работают в том, в котором они работают. Это один из сценариев, который кажется возможным. Ну, аналогичным образом мы рассуждаем с задачами. То есть ты пишешь кому задачу и в качестве ответственного указываешь e-mail. Он еще у тебя не в экстранете. Мы вообще хотим упростить весь этот концепт таким образом, чтобы достаточно было e-mail, и он тебе фактически становился экстранет-юзером. И далее ты уже упоминал его там по имени, фамилию, он мог получить доступ к этому посту. Ну и второй сценарий. Когда вы получили письмо, он немножко сложнее. Он сложнее в чем? Вы его получили, хотите обсудить с коллегами внутри. Но один из вариантов — форварднуть на какой-то ваш персональный адрес так, чтобы этот пост, я вот не помню, там есть? А, нету. Чтобы этот пост оказался у вас в живой ленте, как бы от этого человека, адресованный вам. Вы участников подобавляли и дальше обсуждаете, примерно как в первом сценарии, им почта с уведомлением, а вы общаетесь таким образом. В общем, этот сценарий кажется тоже любопытным. Ну и еще один сценарий — это взять любой пост в живой ленте, взять на него публичную ссылку, как на документ, и опубликовать. Там, закинуть в Facebook, кому-то кинуть приватно. Таким образом, чтобы он оказался на публичной странице, если, например, нужно, тут проголосовали, оставили комментарии, поработали. В общем, чтобы пост имел некое публичное представление. Кажется, что такими инструментами мы могли бы вот эти вот не до конца завершенные сценарии реализовать лучше. Ну вот, собственно, с задачей. Вы поставили задачу, например, следящего, поставили клиенту по e-mail. И для него возможность видеть эту задачу на публичных страницах. Наша цель, чтобы ему не приходилось регистрироваться в экстранет, чтобы все для него было проще, будем так говорить. Он увидел задачу, может комментировать, получает уведомление почтовое об изменении этой задачи вот в каком-то таком виде. Так, далее. Чаты, видеозвонки. Эта тема очень активно развивается. Вот, собственно, удивительная статистика. 6 из 10 самых популярных приложений, которые больше всего используются, это мессенджеры. И по большому счету сейчас такой взрыв мессенджеров и захват ими всего пространства. Они расширяются, и это и Facebook, и Facebook мессенджер, WhatsApp, Line, Viber, японский какой-то, да, я так понимаю. Это тоже, наверное, какой-то чат, только о чем-то другом. Одним словом, мессенджеры повсеместно. И хочется нашему мессенджеру найти, собственно, нишу и найти рынок. Ну, во-первых, нам кажется, что есть некоторые моменты, когда не всегда удобно или не всегда видно, что мессенджер внутри портала. То есть мы тут поймали сценарий, что пару человек нам сказали, а мы не нашли у вас мессенджер. Вот у нас один из сценариев, мы размышляем, что можно будет, ну, собственно, либо развернуть, но тут у нас не все влезло, собственно, мессенджер находился бы справа на главной странице, либо на остальных, потому что для многих, кто в вебе, такой вариант был бы наглядней. Кто написал, когда написал, один клик, и ты уже продолжаешь коммуникации. То есть мы хотим его постараться сделать более рабочим внутри нашего продукта, как бы подчеркивая и размещая. Но есть целый список задач, которые мы запланировали по развитию чата. Во-первых, это публичные чаты, чаты для отделов или для групп. Ну, то есть по умолчанию будет открытый чат, ну, например, для этого отдела, или общий чат для всей компании, в который не нужно вступать, в который ты видишь сообщения, но можешь и вступить для того, чтобы получать нотификацию. Сегодня это групповой чат, и ты его пока… То есть, во-первых, его нужно формировать, добавлять, а во-вторых, ты, не зная его, не вступишь. Ну, это такое, своего рода публичные группы. То есть это публичный групповой чат. Кажется, что это запустит коммуникации значительно лучше. Ну, собственно, легкое создание чатов, удобный поиск по истории и, если нашли, то оказываться в контексте. Сегодня, наверное, это такое самое неприятный такой момент, когда мы ищем и не можем найти то, что необходимо. Или находим, но контекст не видим. Возможность добавить сообщение в избранное. Ну, такое бывает, когда важную ссылку ты пометил себе избранным, потом легко ее находить. Меншены на сотрудников в чатах, богатые ссылки, когда можно кинуть ссылку, она правильно отобразится, как принято сегодня.
Чаты, звонки для внешних пользователей тоже без всякой авторизации. Кинул ссылку, и ты можешь общаться, разговаривать. Или взять, например, ссылку на групповой чат. То есть ты создал чат, взял ссылку и закинул. И люди могли бы приходить и участвовать. Ну и открытые API для разработчиков. Но мне кажется, кстати, API для разработчиков мы открывали, нет, для мессенджера еще? Еще не открыли? Для B24. Не открыт еще, да? Открыть. Ну, собственно, и вопрос. Нужно ли отдельное приложение для мессенджера? Как, собственно, Facebook сделал. То есть чат, групповой чат, звонки, видеозвонки, телефония. Поднимите руку. Ну, побольше. А аргумент, почему нужно? А, чтобы для клиента. А если это будет то же самое приложение Bittrex24, но в случае, если он не сотрудник портала, у него только мессенджер будет? Если выглядит легче, проще. Это подписание. Чтобы общаться, проще общаться с клиентами. Ну, все-таки тоже, да. Спасибо. Поиск. Окей. Ну, развитие поиска. Хочется, чтобы он, как мы тут написали, искал. Споров об этом много. Максим всегда говорит, он ищет. Главное, когда все приходят, он находит то, что мы ищем. Почему-то не всем удается. Не все сами находят то, что они ищут. А Максим почему-то находит. Но мы, наверное, поняли, что нужны нам фильтры, ссылочный хаб, нужна хорошая выдача поисковая, потому что сегодня не всегда понятно точно, как поиск, потому что зачастую поиск ты не можешь вспомнить ключевые фразы, ты помнишь человека, который говорил, и даже по контексту, даже синонимы не помогают. То есть мы сначала пробовали синонимы сделать, перекрутили синонимы, но вот… Там десятки разобранных случаев говорят, что люди не помнят, что они искали. А вот помнят там человека, примерно время, когда это писали, ну какие-то периоды, там последние 2 месяца и так далее. Хотим поработать на эту тему. Календарь. Календарь, хочется решить проблему с временными зонами. Тут нас проклинают наши западные клиенты. Когда тайм-зоны переводятся, у нас бывают проблемы. Расшарить календарь для внешних пользователей. Ну вот тоже есть такой сценарий, когда ты бы мог зашарить календарь, он на публичной странице помещен, там видно, ты кидаешь ссылку и говоришь, запишитесь. Они видят какие-то занятые даты, записываются, указывают свой email. Для вас это выскакивает просто как принять его предложение или нет. Кажется любопытным сценарий для использования сервисными компаниями, ну и вообще. Ну и хочется решить задачу все-таки с айколом в письмах, доработать дизайн, чтобы он выглядел посовременнее. Управление задачами. Что по этому блоку планируется, о чем размышляем? Счетчики не учитывать. Юр, наверное, это уже давай уже вставай. Ну, что тут можно читать, в принципе? Ну, как говорили, это доделка полноценной нормальной мобильной версии. То есть это прежде всего пуш-нотификации. Это удобная работа с нотификациями, напоминаниями в нужное время. Это переработанная деталька и возможность напечатать карточку задачи, то есть принт-версия задачи. Непростое это доработка диаграммы Ганта. Это возможность создавать сложенные задачи и их зависимость. Вот. Ну и, собственно говоря, там REST API с польскими полями сегодня уже подходили, спрашивают часто, нам надо доделывать. Ну и мелочи. То есть мелочи, но в основном будет упор сделан, конечно, на мобильной версии, чтобы она догнала десктопную версию. Алеша что-то заикался, что бизнес-процессы может прикрутить к задачам. Я хотел на самом деле спросить, а есть ли потребность? Если есть потребность, конечно.
Ого. Нет, дело в том, что нет, рассказали же про курьера, да, сегодня, с бизнес-процессом. Подождите, а курьер как он вообще? По телефону, как он задачу получит в поле, если там бизнес? Курьер сегодня в бизнес-процессе участвует. Так, окей, мы... Он может получить задание, задание-то есть? Где он получит? Мобильный телефон он получит его. Нет, мы немножко говорим в другом сценарии, что запуск бизнес-процессов по модификациям задачи, либо по созданию задачи. Юр, не убегай. Так, Bittrex 24.7, тут можно Катю смело приглашать. Ну, попробуем. Итак, мы хотим, чтобы аналитические отчеты появились во всех сущностях. Вот такая красота была, собственно, в контактах, в компаниях, в сделках, в лидах. В сделках есть у нас, да? И был общий рабочий стол такой красивый. Вообще-то и красиво выглядит, и помогает управленческо принимать решения по объемам звонков, по вообще качеству работы тех или иных сотрудников. Но мы, конечно, решим вопрос со справочниками юридических лиц, чтобы при печати выборе счетов можно было нормально выбирать, от кого что вы выставляете. Печатные формы документов с налогами. И у нас уже готова там постановка, насколько я знаю, вот прям ожидает реализация, конвертация в один клик, потому что сегодня конвертация из лида в другие сущности, она, в общем, так себе, там, сложновато. Хочется, и мы знаем, она как... еще функционала, там нет, там поля теряются. Да. И вот как раз Катерина говорила по переносу истории для того, чтобы она поступала туда. Ну и основные сценарии работы на мобильном. То есть мы вот коррелируя с той темой, интегрированную с CRM. Есть еще такая внутренняя задача. Продукт, в общем, функциональный. Иногда людям не нужно столько функционала или не нужно столько полей. Нам поговаривают там спрятать немножко функции, чтобы это не пугало вначале. Немного полей убрать, там оставить минимум, который необходим. Ну, посмотрим, как будет это двигаться. А также, так, что нового в телефонии планируется? Возможность выбора отдела при настройке очереди. Это, собственно, ход, список того, что запрашивают по телефонии. Звонки на внутренние номера, четкая очередь на входящие звонки, статистика звонков, фильтры экспорт и перенаправление во время звонка на произвольный номер. В принципе, можем выполнить такую задачу. Вот есть у нас такой список по доработке телефонии. Так, есть сценарии доработки с диском. Они очень, то есть целый ряд и косметических, но некоторые связаны и с функциональной частью. Когда, например, сегодня диск, иногда, собственно, вынуждены люди отключать во время видеозвонка, либо во время других, когда не хватает канала, когда идет большая синхронизация. Мы рассчитываем сделать автодетект загруженности канала для того, чтобы диск сам снижал рейтинг и освобождал канал для нормальной, спокойной работы пользователей. Также это работа приостановка синхронизации, когда, например, открывают документ, делают публичную ссылку, либо какие-то еще другие. Не буду сейчас детально перечислять. Составлен этот список, он как бы вроде не такой большой, но мы считаем, что станет заметно поудобнее работать. Идет работа по переезду в Россию. Первый этап сделали, второй сделали в большом объеме, то есть уже большую работу проделали. Если все у нас, а у нас вариантов-то с законом нет, я так понимаю, к августу мы взлетаем в российская группа серверов, переезжает в Россию и будет функционировать здесь. И мы сразу предупреждаем, что НФР-лицензии мы вас первыми перевезем в Россию. Ну, такова жизнь. А потом остальных. Это переезд в Россию. Секретный проект. Не знаю. На самом деле, я вообще просто собирался пролистнуть, не собираясь рассказывать. И, наверное, не будем, да, рассказывать? Будем? Не будем? Слушайте, ну, это... Если это получится, то мы можем даже поступиться несколькими там другими функциями внутри. Ну, не всеми, но какими-то. Но если получится, у нас может возникнуть новое качество по Bittrex 24. Он как бы сильно рискованный, если так можно сказать. Ну, кто-то за него получит Нобелевскую премию. А вам, конечно, всем понравится. Поэтому никаких подробностей сейчас мы вам не дадим. А, кстати, помните, мы один раз экспериментировали с секретным докладом, с композитом. Тоже не до конца были уверены, но отлично же все получилось. Я помню только, что вспышка была. Вот.
Все верно. Итак, мы планируем, что это, скорее всего, конец октября. Конец октября. Может быть, буквально там первые числа ноября. Но вот конец октября — это тот план, по которому мы планируем двигаться по Bittrex24. Будем сейчас с вопросами или давай мы все расскажем, а потом и по БУСу, и по Bittrex24 с вопросами зададим. Ну вот, замечательная структура Bittrex24. Итак, БУС. Управление сайтом. Ну, давайте по порядку будем листать. Мы уже говорили, поддержку 24. Мы хотим реализовать этот проект. Здесь видео, давайте уже не будем вас отвлекать видео. Мы просто не знали, будет ли у Дениса этот ролик. Мы уже пообсуждали про это, об этой концепции. Ну, в общем, есть много аргументов, и вы нам подтвердили понимание этого вопроса. Всю нашу базу знаний, базу данных и даже те статьи, которые мы можем предложить вам писать, мы готовы будем собрать, классифицировать по категориям и представить внутри продукта, сделать их доступными. Мы также уверены, что сможем получить очень много обратной связи. Понимаете, что для нас открытие помощника? Это значит, что в этом месте потребовалась помощь. Вот сейчас мы так по Bittrex24 смотрим. Когда они открывают в CRM, например, вот в этом месте, значит, здесь непонятно. Нужно либо интерфейс менять, либо статью писать. И рассчитываем, что здесь нам удастся также, ну, в общем, много вопросов снять. Ну, вот этот вот как раз пример по писать или не писать статьи, мы услышали ваше мнение, возможно, вот как раз этот общий механизм нам удастся вам предложить. Еще один момент — это единая авторизация. Bittrex24 Network. Мы можем и размышляем над тем, чтобы выпустить обновление, которое по умолчанию внутри всех Bittrex24 пропишет токен. Мы же знаем, собственно, лицензионные ключи, мы знаем, как, кто вы. Мы можем автоматически привязать ваш портал, и на всех формах входа в админку будет форма авторизации Bittrex24. Пока вы не привязаны, вы входите, ну и, собственно, продукт говорит, выбери аккаунт в B24, который будет привязан к вам на этом БУС. Что это для вас еще может означать? Что у вас может быть один логин на много сайтов. То есть это такая единая авторизация между. Я бы, конечно, пошел и дальше. Я бы эту кнопочку вывел и в магазинах. Ну, поразмышляем. Представим вам такой сценарий. Далее, улучшенный поиск. Если мы реализуем все, что задумываем по БУСу, ой, по B24 с поиском, то, в общем, это может прийтись в поиск на управление сайтом. Кстати, как-то сориентируйте нас, насколько вы удовлетворены поиском в управлении сайтом. Поднимите, пожалуйста, руку, когда все хорошо. Неправильно я вопрос формулирую. Поднимите руку, кто считает, что надо дорабатывать. Окей, Макс, вот смотри. Пожалуйста, какие-то тезисы сформулируйте для Максима, то есть какие ожидания. Касается это ли только серпа, там, выдачи, да, качества выдачи по умолчанию, либо это все-таки касается качества поиска, чтобы мы понимали, что вам необходимо доработать. Ну и речь еще идет о контентных сайтах или это электронные магазины, там, где в основном сейчас умные фильтры поиски идет. То есть в результатах выдачи сразу умный фильтр, да? Ну, не знаю, вот у нас сейчас, если мы говорим про наше решение, то функцию поиска выполняет не поиск, а умный фильтр, по сути. Ну, да. Это нам нужно понимать, что бы вы хотели, чтобы мы доработали. Может быть, потом как раз в категории вопросов сформулируйте нам какие-то важные моменты. Будут продолжаться триггерные рассылки развиваться, и для них мы хотим доделать персонализацию, использование бигдаты для того, чтобы давать рекомендации. Зачисление на внутренний счет. Юр, озвучь вот эти вот тезисы. Что это имеется в виду? Ну, есть мысли реализовать несколько сценариев работы с рассылочными функционалом. Это, например, функция сценария зачисления на счет, когда вы заходите на сайт, а вам говорят, оставьте свой email, и мы вам зачислим там 300 рублей. Соответственно, человек оставляет свой email, то есть добровольно за деньги. Вот, мы им зачисляем деньги для дальнейших покупок. Ну и также сценарий, когда мы предлагаем человеку, оставьте свой комментарий, то есть мы высылаем письмо, говорим, что вы купили товар, оставьте комментарий, и мы там вам гарантируем после этого скидку. То есть такие письма. Угу. Далее. Это тоже твой список.
Ну, этот список, он был составлен по уже по текущей эксплуатации. Это такие, скажем, небольшие вещи, которые необходимо доделать, чтобы можно было уже прямо брать и говорить, что вот все, теперь можно брать и смело использовать этот модуль. То есть это там шаблоны для рассылок, это черные списки, которые идут полноценно, то есть полностью на все рассылки, чтобы если человек сказал один раз, что не пишите мне больше, что ему не писать. Там, ну, это там АБ-тестирование заголовков, то есть вот большой, в общем, список мелочей вроде бы как. Это вот те же самые адаптивные шаблоны, там пошло и поехало. Окей, не будем тогда детально их перечислять. Далее, модуль рекламы. Это, скажем так, задача возникла так спонтанно. И мы в ближайшее время, скорее всего, уже выложим этот функционал. Дело в том, что мы сейчас доделываем наше решение типовое магазина, и мы считаем, что оно будет, ну, мы хотим сделать, чтобы оно стало, там, так можно сказать, идеальное, адаптивное, и в нем, в этом типовом нашем нарисованном решении есть верхний блок баннеров, и мы хотим сделать это именно на функционале модуля баннеров. Но он у нас застыл в том состоянии, когда там было баннеры, все были большие картинки, либо максимум флеш со ссылочкой. А текущие потребности баннерной рекламы – это баннеры, которые пролистываются, многостраничные баннеры. Это баннеры, которые адаптивные, которые изменяют свои размеры в зависимости от устройств и от размеров экранов. Поэтому в данный момент, то есть мы делаем возможность выбора шаблонов для типа баннера. То есть можно сказать, что в данном месте, например, компонент типа баннера, мы говорим, что показывать топ баннеров, 5 штук, листать их, листать там каким видом, с какой анимацией и так далее. Плюс к этому, ну это вот разные варианты будут, плюс к этому, листни дальше, мы хотим сделать, чтобы в самих баннерах можно было выбирать шаблон показа. То есть вы говорите, что я хочу показать баннер вот этот вот адаптивный, он у вас спрашивает, дайте мне подложку, дайте мне текст верхний, дайте текст нижний, там какие-то там еще настроечки. Либо там мы говорим, что мы хотим показать видео, над видео сделать кнопочку. Он эти все поля спрашивает у вас, и на основе этого он создает баннер, который уже шаблон с версткой. То есть она адаптивная верстка, и в зависимости от размеров оно все как бы живет и меняется. Угу. Ну, это вот пример настроек, и вот как потом выглядит баннер сам по себе. Окей. То есть, я так понимаю, вы хотите в текущем, да, решении выпустить эту часть. Нам здесь потребуется Алексей. Интернет-магазин. Интернет-торговля развивается. И вообще есть задача доделать все по СКУ, что у нас осталось хвостиками, висит. Где-то заявлено, может быть, но не хватает его использования функционала. Да, основной у нас уже есть весь функционал, и нам теперь нужно довести его до состояния, чтобы это было круто. Что мы хотим сделать по СКУ? СКУ активно сейчас используется. Ну, наверное, одной из основных причин это то, что проще привести трафик на одну страницу и потом предложить варианты торговых предложений, чем рекламировать кучу разных страниц. Что мы хотим сделать? Мы хотим добавить множественность коэффициентов. Особенно это актуально для, допустим, продуктовых магазинов, где есть разные делители, с которыми можно продавать. Можно продавать по 100 грамм, продавать по килограмму. Делать это разными СКУ, должен быть общий остаток. Проще делать разные делители и, соответственно, продавать разными делителями. Дальше. Нам необходима нормальная возможность сортировки торговых предложений. Сейчас довольно тяжело отсортировать их и вывести в том порядке, в котором вам нужно именно для вашего бизнеса. Также мы хотим сделать дополнительные шаблоны компонентов показа торговых предложений, в том числе и показ в виде прайс-листа. Актуально сделать возможность правильной обработки отсутствующих торговых предложений. То есть, если торговых предложений нет, то дать возможность сортировать их в соответствии с отсутствием, и в том числе, когда заканчиваются товары на всех торговых предложениях, убирать кнопку «Купить». Возможность подписки, добавить нормальный компонент сравнения товаров и работа с существующими торговыми предложениями по найденным ошибкам, найденным вариантам использования. Ну вот здесь нету пункта, почему-то не включили, когда исправить работу компонента показа, чтобы, если нету наличия СКУ, чтобы не выводилось. Это довольно такая существенная проблема. Да, эти вопросы мы будем решать. Угу. Все? Да, давай.
Дальше, наборы и комплекты. СКУ у нас взлетели хорошо, комплекты взлетели хорошо, наборы, кажется, используются чуть хуже. Наверное, одной из основных причин является то, что немного они недоработаны, они не помогают до конца увеличивать средний чек, как это бы хотелось. Поэтому будет проведен определенный набор действий в этом направлении. Хочется добавить возможность гибких скидок. Из серии вы купили 3 товара из набора, на 4 вы получаете скидку там 50%. Или там купили 5 товаров из набора, 6 получаете бесплатно. По комплектам. Основной функционал у нас есть. Хочется добавить возможность автоматических расчетов. Это авторасчет остатков, весов, цен, в том числе перерасчет этих остатков и цен при изменении цен, допустим, товаров, которые входят в этот комплект. Кроме того, хочется добавить возможность замены и удаления товаров комплекта в конкретном заказе, для того, чтобы подменить отсутствующий товар или тот товар, который вам хочется продать в данный момент. Будет доработка публичных компонентов магазина под новый магазин, под сценарий работы нового магазина. Ну, во-первых, нужно эти компоненты осовременить, они довольно-таки уже древненькие. Нам нужно добавить поддержку новых возможностей. Это частичная оплата, частичные отгрузки. То есть у нас есть несколько отгрузок, соответственно, у каждого есть трекинг-номер отдельный. Нужно добавить возможность отслеживать каждую отгрузку отдельно для клиентов магазина. Мы хотим обновить компонент Sale Order Ajax. У нас сейчас есть одно его представление, это одностраничное. И есть довольно-таки устаревший компонент, который работает в виде мастера. Пошаговое оформление заказа, когда сначала спрашивается, выберите службу доставки, потом выберите службу оплаты. И в некоторых случаях он более оптимальный. И мы хотим сделать так, чтобы наш компонент работал в двух вариантах. Как одностраничный, так и в виде мастера. А вы сделаете сразу адаптивку на эти компоненты? Ну, вообще да. Тенденция такая, что это надо делать. Давай дальше. Да, вот уже спрашивали сегодня много раз по поводу подарков. Мы собираемся сделать подарки. Нам необходимо что сделать? В корзине иметь возможность показать, какие подарки человек может получить в зависимости от. А от – это правило. Это может быть акция какая-то, это может быть, допустим, если вы купили на какую-то сумму, вы можете выбрать, предложить выбор из 4 вариантов подарков. Или это может быть подарок каждому сотому покупателю. То есть это различные наборы опций, по которым эти подарки назначаются. Но этого мало. Еще нужно и в каталоге сделать поддержку. То есть для товара, который может быть подарком, нужно в каталоге написать, что если вы сделаете такое-то действие, этот товар вы получите в подарок. И, соответственно, для тех товаров, к которым есть подарки, тоже нужно указать, что если вы купите этот товар, вы получите подарок. То есть тем самым вы продвигаете, имеете возможность продвигать какие-то товары, рекламируя их своими подарками. Оплата, да, как я уже говорил в докладе про магазин, мы затеваем рефакторинг, сделаем 10 основных служб оплаты, которые мы будем поддерживать, но сделаем их уже в таком виде, чтобы это был вид окончательный, то есть полная поддержка всего, что они могут предложить, включая возврат денег и другие их возможности, включая возможность предоплаты, и доработки будут поработать с внутренним счетом. Окей. Скидки. Одна из проблем текущих скидок в том, что есть скидки в каталоге, есть скидки в магазине, так называемые правила работы с корзиной, есть потом еще накопительные. И получается, что что-то одно применилось, на это применяется второе. Тяжело понять, что когда применяется, и правильно расставить скидки так, чтобы цена была та, за которую вы хотите продать. Поэтому мы хотим объединить их в единый интерфейс, чтобы все скидки были в едином интерфейсе универсальном, откуда вы можете назначать любые виды скидок. Немножко неправильно. Мы на самом деле хотим убрать скидки каталожные, спрятать их, то есть убрать по галочке, ну, чтобы для совместимости, и оставить только скидки по работе с корзиной, потому что, ну, скажем так, их функционал гораздо шире, сейчас там не считая купонов, гораздо шире, чем функционал каталожных скидок. То есть есть мысль, чтобы не путать людей, чтобы не менять эту логику, опять пересечения, какие на какие скидки могут применяться, их порядок.
Вот, и мы их убираем сейчас, прячем, скажем так, они будут работать, но мы прячем каталожные скидки, оставляем правила работы с корзиной. Но для того, чтобы можно было создавать простые, ну, простые скидки там, на раздел, там, на товар или еще там какие-то обычные типовые скидки, не мудря там, с настройками кучи, которые для корзины есть, мы хотим сделать... То есть интерфейс, упрощенный интерфейс, мастер скидок, который будет показывать. То есть вы будете говорить, я хочу дать скидку на раздел. Он спрашивает, какой раздел, какую скидку. Все, настроили, сохранили, дальше происходит работа. На самом деле внизу там под капотом будет, конечно, весь движок, который работает для правил работы с корзиной. То есть речь идет именно не об объединении, как сказать, а о том, чтобы мы сделаем конвертацию, дадим возможность конвертировать каталожные скидки в правила работы с корзиной, ну и, соответственно, будет все работать потом на них. Ну да, так будет сформулировать точнее. То есть сейчас-то есть два движка, перейдем к одному, но как для вас это будет звучать, как объединение или как просто переход на это уже можно воспринимать по-разному. Есть потребность у компаний, у которых очень много скидок, как-то их уметь структурировать. Поэтому есть желание, может быть, ввести древовидную структуру для скидок, то есть возможность разделять их по папочкам просто для удобства в дальнейшем работы с ними. Есть желание создать пресеты для скидок. То есть возможность простыми шагами, возможно, в виде мастера, создавать сложные скидки. Потому что сейчас создать сложные скидки, это нужно проявить какую-то смекалку, чтобы настроить все правила. Будем расширять дополнительные виды скидок. Вот сегодня уже подходили, спрашивали, как сделать такие варианты скидок, такие. Будем, конечно, расширять. Про вариантов у нас очень много, я здесь перечислены только несколько. Там, допустим, бесплатная доставка каждого третьего заказа. Ну, вариантов там перечислено у нас много в ТЗ, поэтому будем их все реализовывать. Ну что ж, мы уже не раз говорили о холдинговой структуре, но из-за того, что затянулась реализация вообще новой e-commerce платформы, этот момент откладывался. Большая часть из того, что необходимо по холдингу, она реализована внутри, не всегда выведена интерфейсами, но мы постараемся все-таки завершить этот проект и представить его в e-commerce платформе. Да, основная часть есть, нам просто нужно теперь собрать это в единое и наполнить интерфейсами, чтобы с этим можно было работать. Вообще, конечно, да, реконструкция платформы – очень большая часть. Спасибо, Леш. Коммуникация для магазина. Вы помните, в предыдущем релизе у нас, когда мы на партнерке показывали, был заявлен такой функционал «звонок сайта». Мы о нем серьезно размышляли и прям даже собирались реализовать, но когда начали подходить к этому вопросу, столкнулись, что, в общем, наверное, неоднозначная реакция, хотят или не хотят. И размышляя над сценариями, мы выявили, что есть один сценарий, который точно нужен всем. Это обзвон покупателей интернет-магазина. Нам кажется, что он практически у всех присутствует. Ну, есть исключение, очень небольшой процент контентных проектов, которые электронку продают или еще что-нибудь. А во всех остальных случаях после оформления заказа менеджер связывается с покупателем, и очень часто обратные звонки, которые уточняют, либо выбирают что-то. Это большой объем, и он очень близок к тому, что мы сегодня умеем делать внутри Bittrex24. Поэтому мы рассматриваем сегодня такой вариант. Мы хотим реализовать телефонию, чат, во-первых, между менеджером магазина, это попозже что скажу, входящие и исходящие звонки непосредственно из карточки заказов. Быстрый переход в карточку, то есть в самой форме заказа и везде, где может фигурировать мобильный, там любой телефон, мы делаем возможность сделать вызов, предполагаем, что у нас открывается карточка B24 и вообще работает вся телефония от B24. Также мы хотим реализовать интеграцию, что входящий звонок будет распознаваться, и вы сможете открыть, не просто ответить на звонок. Где у нас тут? Открыть заказ. Что вы сможете открыть его не внутри CRM, мы рассматривали этот вариант, и внутри CRM в том числе, но вы сможете открыть его в интернет-магазине. То есть многим необходим такой сценарий. И также мы рассматриваем вариант появления чата внутри Bittrex24. Как там вообще все это выглядит? То есть по большому счету это чат между сотрудниками магазина, те, которые работают. Есть вот получается несколько сценариев.
это коммуникации между сотрудниками, звонки и экономия на времени на открытие карточки, то есть поступление входящего звонка. Кажется, что, ну, как один из сценариев, пока ничего не интегрировано, вы нажимаете звонок, открывается мастер, в котором мы спрашиваем, у вас есть B24? Вы говорите, да, есть. И мы подключаем тот, что есть, закидываем, например, туда тех сотрудников, которые админы внутри админки управления сайтом. Либо, если его нет, вы прямо тут говорите, хорошо, завести, мы вам его создаем с доменом, там, не знаю, имя сайта .bitrix24.ru или там UA или другие домены, подключаем его, и у вас появляется и исходящий, и входящий, и чаты коммуникации внутри B24. Вот кажется, что этот проект мог бы быть полезным. Кстати, как на ваш взгляд, вообще насколько может быть востребованное? Поднимите, пожалуйста, руку, если вы считаете, что вообще телефонию, вот эту задачу необходимо решать, она будет полезна клиенту. Вы знаете, мы… Это как раз самый такой вопрос, над которым мы дискутируем. Возможно, мы просто в карточке открывающейся сделаем две ссылки. То есть как только вы подключите B24, мы уже запустим механизм интеграции с CRM. Он будет идти, и карточка будет открываться из CRM. Но предполагаем по опросам, что будут те, кто захотят в CRM обрабатывать, а будут те, кто хотят по-старому открывать в заказе, в карточке интернет-магазина работать с ним. И с их точки зрения Bitrix24 — это статистика по звонкам, статистика по CRM, но статусы они будут в магазине обрабатывать. Ну давайте посмотрим, какой сценарий окажется лучше. Но вот востребованность телефонии для входящих и исходящих кажется нам массовой. Пожалуйста. Микрофончик выдайте, пожалуйста. Надо, по идее, предусмотреть для тех, кто уже CRM и магазин имеет. Указать тот B24, который у вас есть. Интеграцию, переход как бы совместить. Ну, мы на это и рассчитываем. Так, далее идем. Ну, есть у нас замечательный проект, он называется «Эластичный веб-кластер». Саша Демидов должен в этот момент сдрогнуть, потому что во многом он его. Я попробую объяснить, о чем речь идет. Вообще мы привыкли с вами масштабировать проекты сегодня, ну, увеличивая сервер, сервер, сервер. А все больше мы подходим к категориям проектов крупным, когда десятками серверов измеряется конфигурация. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, хочется, собственно, реализовать технологию для управления сайтом, которую мы сегодня используем для Bitrix24. То есть балансировщик — это, собственно, наш балансировщик, и за ним расположенное количество нод, которые обрабатывают проект. И по мере роста нагрузки, чтобы, например, из виртуальной среды, из виртуального хостинга можно было добавить несколько веб-машин, при росте нагрузки на базу данных добавлять новые машины для базы данных. Если все получится, будет, ну, как мы говорим, эластичный веб-кластер, то есть который может меняться в зависимости от нагрузки, и в дополнение к нему мы выпустим эластичную лицензию. То есть когда можно будет купить, ну, например, там, либо диапазон, там, хочу купить до 50 серверов, да, например, либо Unlim, когда вам не нужно ни оборудование, ни лицензию покупать в большом количестве серверов. Это, так сказать, проект на вырост. Мы рассчитываем, что он будет представлять собой набор конфигураций, а может быть, прямо готовые проекты внутри хостинга определенного, который, ну, не нашего, а хостеров, которые будут предоставлять их. А? Это коробочный, конечно, да. Это возможность скейлить проект по нагрузкам. Ну, вот, собственно, так нам выглядит на сегодняшний момент релиз. То, как мы видим, из чего он должен состоять. Я вижу, что вы фотографируете. Щелкайте, если вам необходимо. Большой блок по интернет-торговле, единая авторизация, поиск SERP, рассылки, холдинговая структура. Но интернет-торговли большой достаточно блок.
Коммуникация для магазина – такая неожиданная тема, но кажется очень востребованная. Эластичный веб-кластер, но вот мне не дали еще одного слайда, но у меня есть еще один пункт, называется «Секретный проект». У нас есть еще, вот для Bittrex24 у нас есть большая функция, и для управления сайтом есть функция, о которой мы решили не рассказывать, потому что немножко рано мы можем, ну, раньше всех проинформировать на рынке. Ну, если опять же все получится, у нас будет такая большая функция на флаг. Надеемся реализовать ее. Так, мобильное приложение 3.5. Женя представлял проект. Для Bittrex24 CRM плюс телефония, геолокация, открытие-закрытие рабочего дня, приглашение коллег из телефонной книги по СМС. Для Bittrex Mobile офлайн режим для приложения, новые параметры в конструкторе мобильного приложения, управление стилями через CSS, поддержка 64-битной архитектуры и новые элементы интерфейса. Несколько слов о готовых решениях. Планы на второе полугодие. Выйдет сайт государственной организации, выйдет новый адаптивный дизайн, интеграция с госуслугами, то есть можно будет авторизоваться внешней авторизацией своей госуслуги. Единое приложение «Мой город», то есть не нужно будет выпускать для каждого города приложение. Можно будет использовать одно единое приложение, просто выбирать город, ну, собственно, для которого используется продукт. Это, собственно, использование карт. Новые версии сайта школ и учебного заведения, новый шаблон адаптивный, интерактивные сервисы, расписание, электронный журнал, собственно, вот расписание, версия для лиц с ограниченными физическими возможностями, структура сайта в соответствии с ФЗ и единое мобильное приложение. Так, приложение 24. Здесь, собственно, что сделано и что планируем. Счетчики приложений, как у нас изображено, отзывы и комментарии, скидки на покупку 6-12 месяцев и одна из больших задач – встроенные покупки внутри Bittrex24, чтобы можно было продавать дополнительные объемы сервисов, SMS, самых разных услуг, которые есть непосредственно внутри. Так выглядят составы наших решений. Еще раз подчеркну, октябрь, конец, релиз Bittrex24 и ноябрь – релиз управления сайтом и мобильного приложения. Вопросы, и мы готовы перейти к вопросам. Пожалуйста. Коллеги, помогайте с микрофонами. Вопросов будет, скорее всего, много. Есть еще микрофон? Давай. Олежка. В тему психологической поддержки от Дениса. Здравствуйте, меня зовут Александр, и я битриксоид. Вот, если серьезно, Сергей говорил про импортозамещение. Действительно, сейчас много госконтор, госкорпораций обращают внимание в своих тендерах на Bittrex24, коробку, конечно же. Там часто лютуют службы безопасности, всякие ограничения. Соответственно, у них нет никакой возможности интегрироваться часто даже со своими смежными сервисами. Вот, в связи с этим постоянно слышим вопрос про совместное редактирование документов а-ля Google Docs. Насколько это есть в глобальной перспективе и есть ли вообще? Есть две возможности, которые мы обсуждаем. Надеемся, что они смогут быть реализованы для использования в коробке внутри при отсутствии онлайна. Сейчас для этих клиентов мы пока предлагаем использование локальных офисов, локальных офисных приложений через диск, когда они открываются. Мы вот как раз в диске планируем доработать этот сценарий, чтобы он не вызывал там шероховатости, быстро открывались документы и синхронизировались обратно. Но мы думаем над тем, чтобы сделать решение. Спасибо. Это будет скорее интеграционный такой вариант, то есть вряд ли мы сами реализуем офис, тем не менее будем искать решение вопроса. Пожалуйста. Когда в Bittrex Labs появится новый дизайн интернет-магазина? Когда? Недели через две. Пожалуйста, вопросы еще. Чего такие? Мармелад, что ли, не ели? Теперь можно есть мармелад и задавать все вопросы. Уже все. У меня несколько вопросов.
Во-первых, планируется ли вот с последним то, что вы обсуждали, где обзвон звонков с БУС запускать возможность вот этого вот вылетающего окна, либо бизнес-процесса, либо какие-то триггеры для конкретных клиентов, как вот с рассылкой. Триггер на рассылку, но также триггер цеплять на конкретного клиента. Вот, это первый вопрос. Ну, собственно, планируется ли такая функциональность для менеджеров магазинов, например, тех же? Юр? Я, извините, не до конца вопрос понял. Ну вот у вас на одном из слайдов была как кнопочка обзвона клиента, да? Да. И вот из, собственно, вот этого окошка запускать, либо если работать с клиентом через CRM, то бизнес-процесс, либо если через Boost, то какой-нибудь триггер наподобие, как это сделано в триггерной рассылке, цеплять на конкретного человека. Получится. Звонок, если сделали, запись его попадет в лид, если я правильно понимаю, да? И далее вы его либо классифицируете, может бизнес-процесс запуститься. Ну, в общем, все по сценарию, как задумано. Угу. Спасибо. Чувствуешь? Какие именно печатные формы планируется выпустить в 16-й версии Bittrex 24? То есть сейчас есть для счет. CRM. Я знаю, да, для CRM. Сейчас есть счет, и какие планируется выпустить? Я на дальше. И рест какой-нибудь. Акт не планируется выпустить? Бухи для авторизации. Я понял, спасибо. Пока акт не планируем, да. Хочется, но не успеем. Ну да, там мы понимаем, очень хочется. Ну, здравствуйте. Может, следующий релиз? Скажите, пожалуйста, Александр Форов, планируется ли когда-либо интеграция Bittrex с такими бухгалтерскими сервисами, как «Мое дело», «Кнопка», ну и там их список? Ну, через приложение. Ну, есть, кстати, будет, приложение, по-моему, для «Контура» есть приложение. Для «Моего дела» не помню. Ну, вот «Мое дело» достаточно такое растущее, как бы, да, то есть, ну, вот. Вообще, мы общаемся сейчас с Альфа-банком, чтобы оплата сразу отображалась серым, там, документы. Надеюсь, тоже может получиться. Пожалуйста. Александр, компания WebRush, Самара. А у нас коллеги просили мне задать вопрос такой. При заведении средств на счет внутри, например, интернет-магазина, у нас средства эти проводятся как заказ, который сыпется нашим клиентам в 1С, и которые оказываются недовольны. То ли мы что-то не так делаем, то ли вот нужно как-то по-другому. На внутренний счет покупателя? Да. Это вроде не очень логично мешать с заказами. Мы идею создали, но пока там накликаются плюсы. А по-другому? Да, действительно, сейчас на внутренний счет деньги, по сути, покупаются. То есть оформляется заказ как бы для того, чтобы деньги получить на внутренний счет. Но одним из планов как раз работы с внутренним счетом, вот я озвучивал, было переосмыслить этот момент, чтобы можно было просто заносить деньги на внутренний счет, просто транзакция, деньги на внутреннем счете, а уже как они туда попали, уже будет другой вопрос. Ну да, нам просто сложно объяснять клиентам, что вот какие-то еще заказы с покупкой там, денег, зачем они нужны им в 1С? Ну вот API для этого уже есть, интерфейсы мы добавим. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Ого. Может, дать баллов за вопрос? Слушай, ну, каждый вопрос — это работа. То есть хотелось бы, да, понимать, что мы приближаемся к тому, когда оно завершится. Небольшой вопрос по Bittrex 24. Это есть или будет ли возможность сделать так, чтобы можно было начинать рабочий день только с определенного айпишника? В коробке? Ну, в коробке в том числе. А у нас же есть что? Ограничения по IP. Ограничения входа по IP. Не на портал входа, а начало рабочего дня кнопку запускать. Да-да-да, чтобы только, скажем, в офисе можно было начать. Ну, не знаю, меня что-то всегда смущает, когда так начинают за этой процедурой тщательно смотреть. Ну, хотят. Понимаешь, сколько у нас там были параметров появились? Были же сценарии тогда, когда мы задавали какую-то маску под сети, то есть предполагали, что задается маска под офиса, какое-то адресное пространство,
И если сотрудник открывает день или закрывает его не с этой сетки, то его делать неподтвержденным просто. Ну, то есть, как будто его он пост с фактом занес, то есть, или как-то вот так. Мне больше нравится сценарий с мобильного, когда открываешь, он берет координаты, если ты возле офиса, который отмечен в расстоянии, ну, тогда он начинает. Ну, предположительно, да, это как главный аналог. Ну, они как-то все-таки кажутся такими сложноватыми, через насилие, такие варианты. Ну, так он же не откроет день. Да, и он не отдаст координаты. Вот мухлёжники. Вот как жить-то? Ну, давайте вопрос еще. Пожалуйста. Можно, как эти, как депутаты голосуют, так же просто оставить логин, список логинов откроешь и закроешь за меня рабочий день, и все. Да, да. Главное, чтобы вы не программистов принуждали, они все равно хакнут. Было несколько запросов от клиентов. Такая тенденция у нас проявилась в CRM. Создать связи между контактами. То есть клиент понимает, что есть точки влияния на потенциального его клиента, на потенциального его заказчика через каких-то смежных клиентов, с которыми они уже работали. Соответственно, им важно получать информацию, через кого они могут влиять на потенциальных клиентов. Как-то этот вопрос рассматривался, или, может быть, какие-то планы есть по этому поводу? А вот я хотел спросить, а пользовательское поле контакт нету? Есть пользовательское поле, привязка к элементам CRM. И там вы же все равно вручную собираетесь, да, связи устанавливать. Вы добавляете поле и выбираете, ну, контакты, которые к этому относятся, которые связаны с ним. Это будет видно, да, то есть любому менеджеру, любому клиенту. Ну да, да, собственно, они увидят. Спасибо. Карточку кастомизируйте, передвините так, как необходимо, и у вас получится необходимая форма. Вроде можно реализовать. Пожалуйста. Ну вот я хочу вот вернуться как раз к проблеме, с которой техподдержка у вас, да, столкнулась, и вы в результате реализовали этот механизм. Повысили информированность пользователей относительно вашего продукта, ну, фактически продукта и функционала. Ну, в принципе, когда вот вы нам доносите на презентациях, да, мы понимаем, но пользователи об этом не знают, и поэтому тут нужна маркетинговая поддержка именно вот как раз вот к тому вопросу, что я уже пыталась еще до этого сказать, что чтобы мы там на сайтах на своих размещали именно вот новые услуги и информировали, и вот и тоже и от вас статьи, как бы, может быть, и статьи, или такой визуально. Такой контентный виджет о том, что выходит, или как? Ну, виджет не только о том, что выходит, да, но там должно быть еще объяснение пользователям, что это, как это им если поможет. Если бы они еще читали. Вообще, самая эффективная деятельность, которую мы ведем по маркетинговой поддержке вас в том числе, это семинарная деятельность. И вместе с вами… Вот они провели 1.5-2 часа, посмотрели презентацию. Это имеет намного большее влияние, чем любой контент на сайтах. На самом деле сейчас… Но я вас услышал. Я вам сейчас не могу дать конкретный ответ, там сделаем или нет. Все-таки поговорите с Аней Потаповой для того, чтобы она поняла идею. И мы обязательно обсудим ее. Я просто хочу сказать, что пользователи, они сейчас готовы много читать. Ну, на самом деле… И... Где вы таких берете? Ну, я не знаю, но… У меня таких людей много. Мне кажется, заставить читать — это какая-то каторга. Нет, ну они просто действительно вот пытаются. И я зачастую, ну, очень много времени… Кнопка «Выход» будет написана, они будут подходить, спрашивать, а где выход? Нет, понимаете? Ну, мне просто очень много времени зачастую приходится тратить одинаково, да, на то, чтобы разным клиентам объяснить… технологии, а они спрашивают это. И поэтому вот если бы, например, вот, была именно поддержка, чтобы можно было те же статьи, допустим, разместить у себя, да? Я услышал вас, но я не могу вам сейчас дать какой-то конкретный ответ. Спасибо. Хорошо, мы поговорим с Аней. Пообщайтесь, пожалуйста, с ней. Вячеслав, прошу. Студия «Соловей». Вы рассказывали про ресайз картинок в админке. Да. А скажите, будет ли это в публичной части, чтобы мы могли предлагать своим клиентам, они сами загружали фотки, ресайзили как надо? Тебе еще вопрос? Я только хотел сказать, что очень хороший вопрос. Я вас сначала по одному образу понял, а все-таки есть другой контекст, да? Смотрите, есть
Может, ты объяснишь? То есть есть загруженная картинка, например, в админку, в инфоблог, но ее нужно ресайзить разными видами в зависимости от устройства. И вот для этой задачи мы вот сейчас обсуждаем так называемый отложенный ресайз, чтобы не вам выполнять эти ресайзы. Вот, например, вы сверстали, установили, что... Или как там, от чего получается? От параметра верстки, да, получается? Будет выполнен ресайз и будет подготовлено несколько изображений, чтобы в том числе Google и мобильники вас правильно показывали. Это актуальная очень задача. Я имею в виду, например, есть компонент... Чуть-чуть поближе. Фотогалерея есть компонент. Есть компонент каталог ADD Element Form, где пользователь может сам добавлять какие-то элементы, а там множественное свойство картинки, и он может сам редактировать. Ну, может, да. Вы имеете в виду не в админке, а в публичке? В публичке. А зачем? Это удобно. Подождите, ну ты работаешь как? Со своими сайтами или с чем ты работаешь? Добавляют, что им нужно. Новости какие-то. Я так понимаю, что это у нас же стандартный виджет какой-то, да? Мы можем, они могут использовать его в публичке для того, чтобы загружать файлы. Может, я не до конца понимаю? Не, ну для интерфейса... Это отдельный компонент, виджет. Инфоблоков, для инфоблоков так он и будет вызван, это та же самая страничка редактирования. То есть можно сделать публично. Да, вот смотрите, это новый компонент, который сейчас множественные загрузки, у него есть стандартное представление реализации. Вы его вызываете в публичной части, и у вас весь интерфейс и по загрузке, и по драг-н-дропу, и по ресайзу, все, что связано с картинками, у них в распоряжении будет. А потом они засубмитятся в инфоблок. Ну, то есть как раз вы сейчас сможете. Посмотрите, его прямо в админке даже вызывается, и его можно в публичке использовать. Ну, компонент по загрузке. Пока не получится еще? Это не компонент. Нет. Ну, скажи что-нибудь. Ну, тут просто я не понимаю. Тут, с одной стороны, идет речь о административных функциях, о контент-редакторе, что он в товар с публички добавляет картинку. То есть это будет работать, потому что в публичке при добавлении товара там выводится интерфейс административный, по сути. И с другой стороны, я слышу фразу «фотогалерея». То есть фотогалерея – это как бы публичный компонент, когда… Ну, к слову, да. Мы не до конца понимаем, что. Давайте попозже тогда, после просто, этого просто попробуем. Просто вот, объяснить, Юрий, что мы хотим. Этот функционал, он рассчитан на контентчика. Он, то есть он подрезка, кадрирование делает. То есть такие вещи, которые сейчас нужны именно для контентчика. Обычному пользователю давайте, я боюсь, что не поймут. То есть он надо его как-то… Даем возможность пользователям самим загружать фотографии, например, к рецептам. И чтобы они не загружали двухметровые фотографии с компьютера, чтобы они там могли их отресайзить, сделать квадратными, там, повернуть, обрезать. Вот именно такая вариация. То есть использование того, что у нас в админке, наружу? Ну, я не уверен, что он будет понятен всем. То есть прямо особенно женщинам, которые загружают фотки рецептов. Ну, честно, кстати, да. Хорошо, давайте вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, а скажите, на прошлой партнерке говорили, что как раз вот это множественное свойство загрузки фотографий и сортировка ее будет сделано за счет переработки вообще, в принципе, множественных свойств в Битриксе. И говорилось о том, что теперь любое множественное свойство после введения этого можно будет сортировать нормально. Множественное свойство элементов инфоблока. Да, но я так понимаю, интерфейсов для всех свойств нету. Да, Максим? Сортировка множественных значений свойств. Ну, то есть API есть. Мы картинки сортируем. Просто так же, как и всегда, перемещали местами, да? Вот это уже интересно. API нет, а сортируются. Ну, то есть сейчас это просто перемещение, как бы, ну, положение в массиве без ключей тех или иных элементов. Но сейчас это никак не запоминается. Сейчас эти положения. Ну, точно так же и фотки могут просто изменять положение свое. Все. Да нет, они же потом нормально в карточке товара выводятся. Макс, объясни уже нормально. Что за магия?
Ну, хватит уже. Как ты вообще это сделал? Сортировка сейчас значений множественных свойств реализована только для файловых свойств. И нужно просто передать массив в API метод инфоблоков обновления, апдейт, который CI-блок элемент апдейт, в нужном порядке. И этот порядок будет сохранен. А, то есть сам компонент с фотографиями это сортирует на клиенте, а потом передает правильный. Да. Давайте вопрос еще. Анют. Начали разговаривать о фотографиях, и я вспомнил, что в компоненте добавления элемента сейчас достаточно неудобно добавляется фото. Планируется ли сделать добавление фото на AJAX? Это где? Компонент добавления элемента в инфоблок. Каталог — это элемент форм, по-моему, так называется. И после сохранения формы, если что-то введено неправильно, то фото потом приходится снова загружать. Это также будет? Не очень удобно. Как правило, клиенты просят сразу делать на AJAX. А сейчас там стандартное поле для добавления фото. Максим? Ну, мы из потребностей исходим. То есть, если будет таких много запросов, то так он остался в том виде, когда мы когда-то делали, когда не было ни AJAX, ничего. То есть, а тут новый не подойдет компонент? Ой, ну не компонент, который. Нет? Поговорите с ними отдельно, потому что надо, чтобы понимали значимость. Так, вопрос по фасетному поиску. Было много нареканий на него, в том числе он там был интегрирован в GetList, и бывало такое, что выборка выдавала пустые результаты за счет того, что как-то там неудачно сложился индекс. Как-то когда все, это было? Когда? Какое число? Не, ну как давно? Ну, с последнего релиза. А чего у вас индекс так сложился? Кто, есть еще проблема с фасетным индексом? Так, окей, вопрос. Ну, в общем, Максим, устранены ли все проблемы с фасетным поиском? Как бы? Тебе, Максим, известна проблема по фасете? Ну, самый верный путь – донести до него, что есть проблема. Допытайте Максима, да. И устранить ее. Потому что с нашей, если мы не знаем до конца, то мы и не устраним. Значит, наверняка. Что, Ань, все, мы завершаем? 15 минут. Ну, давайте последний вопрос, чтобы все корректно. Вот смотрите. Вань, подсови, пожалуйста. Будем закрывать. Угу. А почему отказались от идеи обратный звонок сайта или просто звонок сайта, да? И не хотите ли подумать про онлайн-консультант? Потому что связки с мессенджером, да, и с CRM получилось бы очень достойно, даже в простом варианте в самом. А кто хочет онлайн-консультант? Да что такое? Мы подумаем. Хорошо, спасибо. Спасибо, коллеги, большое. Спасибо за первый день. Очень приятно пообщаться и много всего интересного. Спасибо коллегам. Завтра у нас бизнесовый день. Ждем вас. Завтра много докладов, очень много бизнесовых докладов и завершающий фуршет, Белизбенд и много общения. До завтра.